В Управлении внутренних дел по Ленинскому району состоялось ежегодное итоговое расширенное оперативное совещание. Стражи порядка собрались, чтобы подвести служебные итоги года, отметить особо отличившихся, а также в торжественной обстановке поздравить некоторых своих коллег с повышением по службе. Совещание началось с приветственного слова главы Ленинского района Валерия Венцеля, который поблагодарил оперативников за добросовестную службу. На территории нашего муниципалитета по итогам 2018 года сложилась достаточно устойчивая динамика по сокращению правонарушений, за что еще раз хочу всех вас поблагодарить и выразить такую надежду о том, что в этом году, в 2019, мы также совместными усилиями обеспечим правопорядок на территории нашего муниципалитета. Глава района сообщил, что в 2018 году для стражей порядка было выделено 11 квартир, и такую традицию планируется продолжить и в нынешнем году. Затем состоялось вручение почетных грамот и памятных подарков особо отличившимся на службе сотрудникам. После торжественной части перешли к подведению итогов. В отчетном периоде на территории обслуживания управления на 32,9% снизилось количество зарегистрированных сообщений о преступлениях. Их количество составило 1677. Снижение по области составило 4,8%. Количество совершенных преступлений предварительных следствий, по которым обязательно снизилось на 38,4%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 25,6%. В целом, по сравнению с 2017 годом, количество преступлений в 2018 году снизилось почти по всем направлениям. Было совершено меньше краж, убийств, разбойных нападений и грабежей, преступлений экономической направленности, а также связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В то же время возросло количество преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений, а также совершенных приезжими, несовершеннолетними, ранее судимыми и людьми в состоянии алкогольного опьянения. Выступающие также отметили невысокий процент раскрытия по сравнению с общеобластными показателями. Проблемные точки, моменты все знают. В целом взаимодействие у нас наложено, работа идет. Я думаю, что этот год должен пройти по показателям намного лучше, чем предыдущий. И для этого все есть. Наибольшее количество преступлений в 2018 году было зарегистрировано на территории Видновского отдела полиции. Участковыми было раскрыто 233 преступления, что на 53% больше, чем в предыдущем году. На заседании стражи порядка выделили приоритетные направления работы на 2019 год, среди которых особо отметили борьбу с коррупцией, экстремизмом, мошенничеством и административными правонарушениями, а также профилактическую работу с несовершеннолетними.